В Бишкеке растет число жертв массового отравления. После празднования свадьбы в ресторане «Алатау» из почти 200 человек, 100, в том числе 19 детей, оказались в больнице. Двое в реанимации, их жизни ничто не угрожает. Полсотни гостей лечатся амбулаторно. Вероятной причиной ЧП, говорят в санэпиднадзоре, стало нарушение технологии приготовления, условий и сроков хранения блюд. Шеф-повар ресторана и директор должны выплатить крупный штраф. Заведение пока закрыто.